В этот первый по-настоящему теплый весенний день в кинотеатре «Искра» людно. Многие ученики со всех школ Ленинского района предпочли прогулки в погожий день посещения мероприятия, организованного профессиональным колледжем Московия. Мероприятие называется «Мы выбираем профессию». Мероприятие профориентационной направленности. Мы знакомим ребят с нашим структурным подразделением, а именно с теми профессиями, которые мы представляем, которые мы выпускаем. История колледжа Московия начинается еще в 50-х годах прошлого века. Образовался он на территории Московского коксогазового завода и готовил специалистов для этого предприятия. В 99-м году перешел под управление города Видное, а в 2014-м, после вхождения в его состав еще 4 общеобразовательных учреждений юга Московской области, он переехал в поселок Развилка и получил современное название. Готовят в нем практически по всем востребованным сегодня техническим специальностям. Некоторые из них наглядно были представлены в фойе кинотеатра. Обратите внимание, в руках у меня люминесцентная лампа. Я подношу ее к какому-то волшебному прибору, и она просто загорается у меня в руках, хотя не подключена ни к какому источнику питания. На самом деле волшебства здесь никакого нет. Это так называемый трансформатор Тесла. И ребята из колледжа Московии могут собрать даже его. В этом интересном для каждого мальчишки мире сложных механических устройств проводниками служат те, кто совсем недавно сами были с техникой на «вы». По словам Андрея Володина, студента 3-го курса, его профессия не только интересна, но и имеет немалую ценность на рынке труда. Большой профиль у нас идет. Мы идем на многие разные, так сказать, виды, можно производства пойти. Как от производства именно как заводы, допустим, как и, допустим, в коммунальные услуги. Если механика интересна преимущественно мальчишкам, то сервис гражданской авиации привлекает и прекрасный пол. Я ездила на такие же профориентационные дни, и меня привлеклась специализация сервис на транспорте. Так как довольно-таки близко, и сотрудничество с аэропортом Домодедово меня очень привлекло. Я обучаюсь на 2-м курсе и уже могу проконсультировать ребят, с каким оборудованием работаем, с чем у нас, в принципе, профессия связана. Ну, это оборудование, как гидроскоп, металлоискатель, в основном досмотр пассажиров. Такой насыщенный контент, организованный студентами и руководством колледжа Московия, привлек на выставку даже тех ребят, кто уже определился в выборе профессии. Но они все равно здесь, потому что интересно. Я бы хотела связать свою жизнь с медициной и поступить в университет. Но сюда я пришла, потому что мне стало интересно, чем занимаются ребята из Московия. Для тех же подростков, кто еще не определился с будущим, данное мероприятие явится хорошей пищей для размышления. Я об этом еще не задумывался и не ознакомлен вообще с этим. После сегодняшней выставки задумаешься? Скорее всего, да. Зачем же я тогда приехал? Как говорится, профессий много, но прекрасней всех та, к которой лежит душа. Главное – правильно разобраться в этом. С чем и помогали будущим студентам представители Московии. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.